Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games, и я приветствую вас в рубрике «Прогноз». Да, ребята, сегодня очень большой марафон прогнозов, так как целых три классных матча в сегодняшнем игровом дне, поэтому на все эти три матча вы увидите прогнозы от меня. Ну а болельщики отечественного футбола получают первый свой подарок в качестве прогноза на центральный матч, наверное, всего первого круга, в котором между собой сойдутся армейцы Москвы и санкт-петербургский «Зенит». После небольшой и весьма удачной для нашей сборной паузы в российской футбольной лиге вновь готов набрать обороты чемпионат. В первом матче восьмого тура сойдутся ЦСКА с «Зенитом». Накал в центральном матче тура обещает быть диким, ведь в очном противостоянии сойдутся главные конкуренты за золото чемпионата. Матч начинается в 2 часа по московскому времени, и это не случайно. За поединком будет наблюдать вся Россия от крайней точки запада, Калининграда, и до, естественно, центральной России. Там матч начнется, например, в Калининграде в час дня, а в Петропавловске-Камчатке уже будет 23:00. И покажут матч по центральному телевидению на Первом канале, вроде Виктор Гусев будет эту игру комментировать. Главное, что нужно знать перед игрой, это текущую форму команд и турнирное положение. Армейцы сейчас лидируют в таблице с хорошим заделом. Ближайший конкурент «Локомотив» отстает на 4 балла. «Зенит», который на старте турнира составлял ЦСКА равносильную конкуренцию, пару раз ошибся и отстал на 6 очков. Сегодня они догнать красно-синих никак не смогут, но в случае победы приблизятся на один шаг ближе. Однако не все так просто, как кажется. ЦСКА сейчас выглядит непобедимым. Главная сила армейцев — это, конечно же, Леонид Слуцкий, который в этом сезоне уже терял очки в квалификации Лиги Чемпионов. Однако все поставленные перед ним задачи он все равно выполнял. Я играю сегодня за армейцев. Ну, знаете мое отношение к этой команде. Кто-то скажет, ну а как же «Зенит», там «Ванап» за «Халка», все дела. Ну, ребят, «Ванап» «Ванапом», «Халк» — это отдельная личность. «Зенит» — команда, которая, естественно, тоже представляет нашу страну в Лиге Чемпионов, и которую я, как и ЦСКА, буду также поддерживать. Хороший первый удар, кстати, Ладыгин на месте. Также буду поддерживать в этой самой Лиге Чемпионов. Но в чемпионате я больше за Леонида Слуцкого, мой земляк. Кто не видел, есть у меня даже совместные фотографии, знаком с ним лично. Вот. Поэтому вы можете как угодно к этому относиться. Неважно, болельщик вы «Зенита», или ЦСКА, или московского «Спартака», или какой еще либо другой команды. В любом случае, Леонид Слуцкий — это сейчас наше все, и после таких классных побед за сборную над шведами и в Лихтенштейне разгром вообще устроили, конечно, так вот национальный дух приподнимается тут же, и все становятся гордыми за свою страну и за ее достижения. Но да ладно, сборная, а все-таки мы в чемпионате. Так, тихо, какой момент великолепный. Я сейчас расскажу еще о проблемах, которые у нас в первую очередь у «Зенита», а на самом деле как бы тут уже не то чтобы проблема, это проблема, как мне кажется, одного человека. Тихо, Акинфеев, все должен нормально. Да зачем я, кстати, мяч в центр площадки сейчас выбил, не знаю. Проблемы одного человека, которого зовут Андре Виллаш-Боаш. Да-да, ребята, если кто-то не в курсе, то главного тренера «Зенита» дисквалифицировали на 6 матчей. После последнего поражения от «Крылья Советов», который «Зенит» потерпел у себя на домашней арене, и Боаш там поругался с резервным, насколько я помню, арбитром. И теперь... Ой-ой-ой, какой момент может получиться у армейцев. Удар с острого угла, и мяч чуть-чуть не попадает в дальний угол. Не знаю, был ли там рикошет, давайте посмотрим. Это Муса бил, нет, наверное, рикошета никакого не было. А нет, был, смотрите, был, да, было касание, значит угловой. Армейцы пока поопаснее выглядят, и, наверное, на правах хозяев это правильно. Удар головой, и здесь Ладыгин на месте, молодец Юрий, четко сыграл. Так вот, Андре Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 6 матчей. И
все это связано с его нервным состоянием, так как этот человек не понимает, как ему играть в чемпионате России с его новыми правилами. Вы все прекрасно знаете, что лимит легионеров, вы все знаете, что «Зенит» очень зависим от этих самых легионеров, и скупки того же Дзюбы, и уже разговоры идут о Кокорине, который, ну, действительно может перейти в «Зенит», но уже, наверное, в другое трансферное окно. Так вот, эх ты, это очень грубо сейчас было, судья, почему ты молчишь? Ну ладно, хорошо, игрок встал, все нормально, но здесь опять Ладыгин на месте. Так вот, и Бош, понимая, что ему нужно выступать двумя разными составами, действительно поплыл. Не может он использовать правильно российских игроков, но это, наверное, проблема всех иностранных тренеров, которые и в нашем чемпионате работают. Вот у них, конечно, сейчас бомбит, когда ввели эти новые правила, они не понимают, то есть как можно дешевым составом. Вот, например, у армейцев не очень дорогой состав, и они выступают достаточно уверенно и в Лиге Чемпионов, и в Чемпионате России. Ну, вот здесь, наверное, все-таки главный тренер очень важную роль играет. И теперь Бош после вот этой шестиматчевой дисквалификации отказался подписывать новый контракт с «Зенитом». Я так понимаю, этот самый контракт ему был все-таки предложен. Хотя я бы на месте руководства «Зенита», прошу прощения, очень бы сильно подумал, когда у вас тренер, ну, уже вел себя не совсем адекватно и очень плохо отзывался о данном нововведении. Понятно, что чемпионат России мог стать сильнее, но учитывая нынешнее положение финансовых дел вообще в стране, и мы все видим, что происходит с тем же московским «Динамо», у которого просто закончились деньги, и команде пришлось распродавать полсостава, и сейчас я даже не знаю, что дальше будет с «Динамо». «Динамо» потеряло возможность играть в Лиге Европы из-за финансового фэрплея, а теперь из-за этого самого финансового фэрплея еще и распродает всех подряд. То есть, ну, ситуация вообще очень печальная, на самом деле. Из сильного клуба «Динамо» превратился среднячка, я не знаю, как по-другому даже назвать. Поэтому вы, конечно, не обижайтесь, если есть болельщики «Динамо» среди моих подписчиков. Но все-таки история такова, что вряд ли даже за Лигу Европы смогут зацепиться бело-синие. Ну, посмотрим, конечно. Но вот у «Зенита» видно, что сейчас у команды есть вот эта вот проблема и вот этот спад игровой, возможно, связан с тем, что тренер просто не знает пока, как ему использовать того или иного игрока, и вот такая вот ситуация. С другой стороны, Артем Дзюба, который перешел, он, конечно, здесь у нас его нету, но я больше не буду, обещал уже говорить о причинах ненахождения того или иного игрока в составе FIFA 15. Ты что, ставишь пенальти? Не понял. А что там было? А, нарушение правил? Интересно. Ладно, так вот, Артем Дзюба, который просто великолепно выступил в прошлые две недели за сборную, забив в общей сумме в двух матчах 5 мячей. И, конечно, ну, его голевое, скажем так, голевое чутье очень может пригодиться сегодня «Зениту». Так что... Плюс, давайте не забывать, Дзюба все-таки бывший спартаковец. У меня Rocket League обновилась. Что-то там интересное новое, наверное, сделали. Надо будет посмотреть. Так вот, хороший момент. Сейчас, кстати, у армейцев быстрая контратака. Подача, ну, чуть не точная. Но зато тут есть второй темп. Есть второй темп. И еще можно было передачку сыграть, ребятушки. Не получилось. Не получилось. Кстати, первый тайм к концу подходит. И Дзюба, конечно, сегодня может проявить себя в полной мере против ЦСКА. И, естественно, как бывший спартаковец, он, наверное, не очень тепло относится к армейскому клубу. Вот, и будет у него такая дополнительная мотивация. Офсайд здесь был, и я так понимаю, скоро у нас прозвучит финальный свисток. Точнее, не финальный, прошу прощения, а свисток об окончании первого тайма. Счет 0-0, да, вот он и звучит, счет 0-0, но... Игра достаточно интересно складывается. Так значит, лидерство армейцев в чемпионате России и выход в групповую стадию Лиги Чемпионов, выполнение, казалось бы, непосильной задачи с освоением
второй строчке на Евро 2016. Сейчас Слуцкий, ну, просто царь, да, вот мы все прекрасно понимаем, царь Леонид. На контрасте со Слуцким Андре Вилош-Бош, как я вам сказал, выглядит не в самом лучшем свете. Может показаться, что португалец насытился жизнью в России, но это действительно так и есть, и потерял мотивацию. Жалуется он на лимит, из-за лимита «Зенит» не приобрел тех исполнителей, которые нужны были Бошу, и в прошлом туре проиграли. Проиграли, дисквалификация теперь, ну, вряд ли поможет, как говорится, «Зениту», вот, и он отказался продлевать контракт. Ну, тем интереснее будет сегодняшнее противостояние. Мы все это прекрасно понимаем. Перед каждым подобным матчем есть какая-то классная интрига, хороший момент. Только зачем я сделал заброс? Надо было пас, наверное, на ход давать Еременко. Ну, ничего, Роман все равно бьет, но на месте Юрий Ладыгин, наверное, пока на данный момент это лучший игрок нашей встречи. Он действительно очень уверенно играет и на выходе, и верхние мячи, и сейчас нижний классный мяч потащил Загоев. Хорошая задумка, но почему-то партнеры в это самое место не пошли. Там была свободная зона. Так, теперь «Зенит» в атаке. Надо... Ой, хорошо. Опять нарушение правил, я так понимаю. Судья бежит... Бежит указывать на штрафной удар. И Халк берет мяч. Да-да-да, опасный штрафной. Не понимаю, почему так. Тут у нас замена. Халк, Файзюлин вышел. Халк разбегается, и пушка. Ой-ой-ой, какой гол забивает Халк, ребята. Я, конечно, не поставил человека на... И Халк исполняет наш танец, да, кто смотрит в анап. Ай-яй-яй, я, конечно, без веб-камеры, но все-таки делаю те же самые движения, хоть я и проигрываю за этого гола. Давайте еще раз посмотрим этот великолепный штрафной в исполнении Халка. Надо было человека все-таки на ближнюю поставить штангу. Да, Кенфеев не смог дотянуться. Великолепное исполнение просто Халком. Точный удар. Хоть и не в самый угол, не в девятку, не в шестерку, а как бы по центру и ближе к самому центру, не в притирку со штангой. Но Кенфеев не дотягивается. 1-0. Вот так вот «Зенит» отбивался. Штрафной, который мы, кстати, так и не понял я, за что он был назначен. Но в любом случае... Результат есть результат. 1-0. Гость впереди. Сейчас вот играя в FIFA 15, да, понимаешь, насколько она теперь отличается от 16-й FIFA, в которой вот эти вот преимущества скоростные все поубирали, и здесь, конечно, разница чувствуется. Но да ладно, про FIFA 16 будем говорить еще не раз, и демо-версия будет обязательно мной еще проштудирована и записана. Все это будет для канала, еще один классный момент у «Зенита», но здесь уже человек, который в этом самом клубе уже не играет, бьет мимо ворот. Пять сейвов Ладыгина. Ни одного Кенфеева. Просто. И, по-моему, первый удар по воротам оказался голевым. Но это Халк. Мы знаем с вами, на что он способен. Если еще раз повторюсь, кто-то не видел, не знает, что я играю в анап за этого самого Халка, то обязательно приходите и смотрите. Уже три серии вышло. Скоро будет и четвертая. Надо попытаться этот самый ванап успеть закончить до выхода основной игры FIFA 16, потому что тогда уже 15-я будет просто неактуальна. Так. 65-я минута встречи. 0-1. ЦСКА проигрывает. И еще одна замена. Мы по традиции, напомню, замены с вами не делаем, чтобы не затягивать этот самый прогноз. Да и вообще, нет смысла. Составы не актуальны, поэтому... Считаю, что нет смысла. Муса, давай. Кстати, проговорили мы про Артема Дзюбу. В противовес ему, конечно же, и это одно из главных противостояний там на уровне Акинфеева против Ладыгина, да. Потому что сейчас очень многие говорят, кто же лучше, Акинфеев или Ладыгин. Но то, что сделал Игорь в матче за сборную, забить, пожалуйста, вот это гол, ребятушки. Вот это мячи у нас сегодня в этой встрече происходят. Это вибра Снатха, я так понимаю.
Я так понимаю, это там был рикошет, что ли. Но вот он попадает точно в девятку. Вот это удар. Вот это сначала обыграл, а потом пробил. Великолепный гол. Нет, автогол Гарая все-таки нам пишут. Наверное, был рикошет. Ну, такой мяч автоголом не будут называть. Вот FIFA вообще просто чудит, действительно. Там, если был, то небольшой рикошет, но это никак не можно, нельзя назвать автоголом. Ну, просто. Вы все сами прекрасно это понимаете. Поэтому 1-1, классные мячи забитые, пускай с рикошета, но очень красивый мяч получился. Там рикошет практически незаметный. 73-я минута. Так вот, по поводу, ну, поклонники Акинфеева, естественно, считают, что это номер один в России, и я с ним полностью согласен. Как бы Игорь плохо не играл в Лиге Чемпионов, но он неплохо там играет, он просто не может отстоять на ноль матч. Вот. Либо Ладыгин, который вроде молодой, перспективный, основной вратарь «Зенита», но, честно могу сказать, Ладыгин чудит не меньше Акинфеева, так что здесь ставить вот его на первое место, ну, я бы не стал. Вот, ну и, естественно, я говорю, противостояние между Артемом Дзюбой и вновь прибывшим ЦСКА Сиду Думбия, который в Лиге Чемпионов опять доказал, что он за армейцев может делать все, что угодно. Вот. И это, конечно, для центрального клуба армии мотивация приличная, потому что с таким форвардом, ну, с такой парой форвардов, да, Муса с Думбией. Еще один дальний удар, и теперь Ладыгин достает до этого мяча и переводит его на угловой. Армейцы прибавляют, и в последние минуты, я думаю, «Зениту» будет очень непросто. Тут опять был рикошет, вот сейчас было заметно, что был рикошет, но Ладыгин с ним справился. И, конечно, вот борьба между этими двумя форвардами сегодня будет, как мне кажется, очень и очень интересная. Поэтому мы все смотрим, следим. Вы, я думаю, понимаете, какие еще. Еще один дальний удар от Натха, но точно в руки Ладыгина. Я думаю, вы понимаете прекрасно, что сегодня еще Манчестер Юнайтед, Ливерпуль. Это дерби, как говорится, на века. Вот. Но и потом, после этого, Атлетико Мадрид, Барселона. У нас сегодня сумасшедший день футбольный. И я думаю, многие болельщики... Это не пенальти там случайно? Нет, это не сбили там Мусу? Нет, все-таки арбитр посчитал по-другому. И на все эти матчи вы сегодня можете смотреть прогнозы на моем канале и болеть. И сегодня очень удачное время матча. Как мне кажется, это уже договариваются топ-клубы. Ну, точнее, выход матчей по времени, чтобы не совпадал с чемпионатом, чтобы не было конкуренции. Желтая карточка как у нас. И после Манчестер Юнайтед, Ливерпуль сразу Атлетико Барселона для любителей и Англии, и Испании просто. Да и вообще для любителей футбола это ведущие клубы мира в любом случае, в каком бы там состоянии ни находился сейчас Ливерпуль, например, или да тот же Манчестер Юнайтед через квалификацию Лиги Чемпионов пробивался. Хотя к Манчестеру сейчас, конечно, интерес очень большой. Давид Де Хея подписал заново контракт, и об этом мы с вами будем говорить уже в прогнозе на матч между Ливерпулем и Манчестером. «Зенита» просто супер шансы, они им пользуются. Вот это да. 89-я минута и 2-1. «Зенит» выходит вперед в этой встрече. Акинфеев лежит просто на газоне, держится за голову. Дани сыграл так классно на добивании. Но сначала здесь надо отметить комбинацию. Скидка, удар Шатова, по-моему. Акинфеев тащит, ну как всегда. Да, как всегда, немного медленная, хоть и опытная оборона армейцев, не успевает в таких ситуациях, и такой классный гол получается. Или Файзюлин там, кстати, вышел. Но неважно, скидка, то есть комбинацию сыграли хорошую зенитовцы, у нас практически нет времени. Вот так вот, ЦСКА давил, бил, а Ладыгин тащил. Не все, конечно, а может быть еще раз рикошет, и опять Ладыгин. Ой-ой-ой, автогол мог случиться, теперь действительно штанга, вы посмотрите. Посмотрите, что происходит на последних минутах. Вот эта игра. Да, ребятки, вот это матч получается. Так, и «Зенит» уже идет в свою контратаку. Нам тут надо самим в суператаку переходить. Но надо для этого сначала мяч отнять. Смольников. Держит «Зенит» все специально мяч. Даже находясь у штрафной площади. Армейцы подустали, чувствуется. Нах, и финальный свисток.
Немного расстроен я тем, что проиграл, но классная игра получилась. Обязательно, обязательно ставьте лайки, потому что действительно прогноз хороший, и никто не, вообще ни в коем случае не отрицает того, что он может пройти. Да, Зенит в каком бы состоянии не был, как бы морально плохо себя не чувствовал главный тренер, но у Зенита очень сильный состав, это топ-клуб, поэтому от этого никуда не деться. Ладно, все, с вас лайки, подписка, и до скорых встреч, всем пока!